Мы должны вот сейчас, где мы стоим, и где-то направо. То есть, если смотреть Я на вроде аптеку, бы то вот поставил, если... вроде бы мы должны правильно перемещать. Ну все, хорошо. Свали Черт, отсюда, Ники. Кажется, мы не туда. Пойдем. Нет, теперь нормально. Все, бежим. Сейчас наверх, вроде нормально. Наверх. В принципе, я могу... Не, можно пойти наверх. Интуиции. Нам наверх. Кстати, у тебя должно быть видно стрелку. Там вот прям направление показано. Но знаешь, мне кажется, наверху зомби будет больше почему-то. Хорошо, но как бы да, у меня начинает лагать, у меня как будто, знаешь, игра нормально работала, а теперь она поставила на ультра хай дефинишн, супер, гипер, квадро. У меня тоже сейчас что-то понизились в FPS, но у меня в районе. О, смотри, хамбургер! Хамбургер! Из-за твоего хощения, наверное. Ой, смотри, это же полицейский из Walking Dead. Слишком поздно, бро. Так, дамочка, вам водичка нужна? Да, ей нужна водичка. Я, кстати, второй сезон Walking Dead тоже не смотрел. Я просто так съел хамбургер. Первый там. Я на первом уснул. Мы вот с Настей начали смотреть и уснули. Блин, я воду. Короче, воду потеряли. Сейчас, погоди, дура. Прости, что я тебя это стрелял. Ой, смотри, я нашел книжный магазин. Можно почитать что-нибудь. Тут какие-то книги есть. А, нет, тут, короче, лидерство можно увеличить какой-то книгой. Спорт. Я пока вас прикрываю, вы это, работайте. Дурочка, иди ко мне! Хочешь, я большой динозавр Терекс! Я большой динозавр Терекс! Ой, игры! Я большой динозавр Терекс! Вау. Чё он дает? Мне бы скейтборд взять. Я большой динозавр Терекс! А, короче, какие-то развлекательные вещи дольше держатся, в три раза дольше держатся от этой книги. Но я думаю, что... Развлекательные вещи в каком-то? Ну, типа, например, какая-то игрушка, что не такого плана. Ну, нам эта фигня не нужна. А, то есть такое здесь есть. То есть зачем нам? Ой, смотри! Смотри, это... Блин, доктор кто? Доктор кто? Где? Вон, телефонная будка. О, да, действительно. А ее нельзя взять. Да, я смотрю, здесь еще и куча отсылок. Тут музыкальные диски... Кто-то, кстати, говорил, что вот этот пятиюшка, который нельзя глазами смотреть, из Доктора Кто, какой-то плачущий ангел. Баба, возьми мой топор, ой, возьми, бабу сожрут, чувствую, она тупая. А вот ты Доктора Кто смотрел, я просто не смотрел. Я немного, самый малость. Немного, да? Да. Я тоже что-то как-то. Прости, дама. Извини, дама с собачкой. Гана, я думал, тут что-то будет в магазине музыки, а то вообще нифига нет, вообще нифига, вот тупо нифига. О, тут есть эти, может быть, развлекательные, это типа скейтборд тоже к ним считался. Тут скейтборд можно взять. Блин, ей не дадут поесть, вы ублюдки! Тут скейтборд, смотри, я еду к тебе. Сейчас, погоди, меня съедят, блядь! Ой, блин, о, всё, отлично. Я долбанулся. Лол, ты чё, реально на скейтборде? Как в Тони Хоук, как на скейте? Да, я сейчас буду в зомби врезаться. Блин, а у меня вот... Стой, мы сейчас сдохнем, если мы ее не... Стой, надо идем. Сейчас донесет. Надо быстрее... Ой, смотри, тут рубашка. Надо заканчивать это дерьмо, смотри, рубашечка. Так, не идите к дамочке, собачка. А как тебе мой костюм? I look so fancy. Ну, с этим динозавром это особенно хорошо смотрится, я скажу. Блять, все сломалось. Ай, не бей меня, ублюдок. О, у меня есть Цезарь. I don't wanna die, but you will, baby, but you will. Умный динозавр. Суровый динозавр, давай. А, мне уже второй уровень дали, но я как-то... Слушай, ты можешь прицелиться и нажать на вот этот... А, вот ты сейчас на чем играешь, на джойстике или как? На джойстике, да, да. Ну, короче, нажми на левый триггер. И потом прицелься на РБ. Нажми триггер левый, и потом на РБ нажми. У тебя будет камера или нет? РБ? Да. Лол. У тебя есть камера, а я думал, что у меня нету там камеры. Значит, по идее, все было нормально. Ну ладно. Мне Good Horror дали. Погоди, а ты видишь, как я камеру достаю? Да, ты в рот засовываешь просто руку и фотографируешь. Так, на Гагату нам нужно помочь. Нам нужно такие, на самом деле уже просто успеть. Смотри, да, шеф-повар. Да, все, бежим. Какие-то книги. Шеф-повару прибывать, мы потом еще его посмотрим. Да, тут, короче, должна быть книга. О, ножи! Ножи! Ножи? Да. Вау. Ради ножа я пожертвую дефибрилляторами. Мне надо дать... Сейчас, погоди, я ей дам нож, чтобы она как-то защищалась. Блин!
Я думаю, только так, книга погоди, будет. Погоди, Гагатон. Она за тобой бегает, Гагатон, аккуратнее. Сейчас я ей нож дам. Не ешь, это Даврик! Эта сука меня порезала! Она прям по мне ударила, вот дура тупая. Ой, дефибриллятор. Дуры тупые, свойственные тем, что они начинают бить не тех. Так, ой, ладно. Тут есть это, спагетти. Обожаю спагетти. Можно розовую прическу сделать. Но я со своей прической не вижу, какая они вытер. В общем, спускаемся, тут эскалатор есть. А, хорошо, иду. Пойдем. Денис, идем, не помри, пожалуйста. Стой, мы не туда вообще приехали. Она такая лоса? А, нет, вообще туда. Туда, блин, туда, ну, туда. Нам нужно быстрее бежать. Нам нужно тупо... Не надо наверх, иди сюда. Нам нужно просто спокойно пройти теперь. Спокойно? Среди кучи зомби? Я да, не очень верю. Спокойно, конечно, пройти. А как наша дама с собачкой? Хватит банкомат бить, деньги нам не нужны. Я взял 10 тысяч, деньги мне нужны. Она вроде бежит, но как бы я не знаю. Мне страшно. Нет, она бежит, все нормально. It's okay. To be dinosaur. Perfect sense. Так, идите. Карате! Так, главное не зайти никуда раньше времени. Вот, душ можно поставить. Держи коп, он тебе понадобится. Держите, дефибриллятора вам в жопу. А, у меня же есть скид, а я не пользуюсь. Одна скотина к нам зашла. Так, все, девушка зашла, идем. Быстрее, закрыть дверь. Ой, блин, я так скейтборд сломаю. Мне говорят, но мы ты тоже себе зомбрекс, что ли. А зомбрекс на О, мне... я ввел себе зомбрекс. Бежим давай быстрее сюда. На какую кнопочку? На желтую? А то мы провалим дело. Кейс уже красный, понимаешь? Кейс красный. Код красный. Да, я иду. У вас над головой появились эти дверки, что, мол, вы можете зайти. А, ну хорошо. Но главное, дама с собачкой добежала, это самое. Да не за что. Мы тебя прибьем дальше потом. Год. Кстати, я... Ладно, я не буду тебя спойлерить. Где же ты их нашел? А я нашел только одну. Но он знает, что я инфицирован. Вот козел. А, он говорит про мою дочку. Это не та вселенная, мы перепутали все вселенные. Не, она говорит про меня, отсюда. Понимаешь, я тут. Вот, смотри, нам нужно бежать отсюда, это тысяч неправда. Вау, как ты сова внажрёшь. Ты видишь, я не зря появился. Смотри, как я буду жрать. Да, я ж... Ой, можно прыгать. Это, нам нужно сейчас куда-то идти. Видимо. Open the door, get on the floor, everybody walk to the tunnel. А, нам нельзя. Gagaton is too far away, говорят мне. А нам нужно где-то здесь? Нам нужно сохраниться-то вообще. Пойдем в туалет, что ли? Нет, нам нужно прийти вот на дело, мне кажется. Или мы слишком рано. Okay. Баба, давай говорить. Ну ладно, давай пойдем на... I'll keep an eye on this monitor. Стой. Что-то мне такое чувство, что мы что-то пропустили. Кейс файл. Может, да нам нет. Нужно просто дождаться чего-то. Пойдем сохранимся. А мы зомбрекс взяли? Да, я его себе ввел уже. А я нет. Неужели я зря? Да, ты не болен! Ты с тобой все в порядке, у тебя девочка такая. У меня написано кейс 1-1, как и у тебя, мы что-то не выполнили. Ну мы спасли же всех, мы успели. Мы, возможно, мне тоже нужно было где-то зомбрекс взять, и я не взял. Да ну фигня какая-то, фигня это. Что фигня? Мне написали... Мне написали вести себе вену, я его вел, все должно быть в порядке. Мне кажется, мы просто должны ждать, значит. Посмотри тогда ты, куда нам нужно идти. Я-то посмотрю сейчас. Говорят, типа, ничего не делайте, просто ждите. Вот, наше задание. Просто ждать? Да, я вот прям нажимаешь, короче, баг, ну, назад, и типа там нажимаешь на X, и там говорят, ничего не делайте, просто ждите, Стейси позвонит вам, когда, типа, что-то случится. Пойдем тогда зомби ебашить. Нет, мы тут должны быть, вроде бы. Вот мы тут должны. Ну ладно, окей, тогда. Тогда посидим. Я буду кидаться в нее ножницами. А, говорили, не бегай с ножницами, но... Но мне, я динозавром, не пофиг. Мы тут, детка, мы тут. Детка, мы тут.
Хочешь поговорить? Давай поговорим. Детка, детка, я твой динозаврик. Она следит за всеми, она хочет подстроить всем смерть, я думаю. Детка, хочешь соку? Или молочка? У меня есть немного молочка. У меня компьютер, кстати. Is there anyone there? Yo, anybody? Hello? Anyone there? Нарываешься, типа, нарываешься. О, смотри, что-то она говорит. Нет, она говорит, что шлепанка. Я буду следить. Короче, уходим отсюда, пойдем. Пойдем, пока зомби пошмякнет. Давай не успеем, надо вернуться сюда вовремя. Хотя мы сохранились, с одной стороны. Если бы я знал, я бы, конечно, бы не бежали бы сюда так. Ладно. В следующий раз будем делать все, как бы... Когда последний кейс останется, то тогда уже... Будем совсем быстро все делать. Да. Или медленно. Ну нет, мы будем делать начать все быстро, а потом останется последний кейс. И типа можно будет расслабиться резко. Вот. А, ну хорошо. И спасать людей. А мы здесь можем выйти? Или единственный выход только там был? Да, единственный выход через тот люк. А, ну пойдем тогда. Я проверяю, может быть тут можно что-то сделать. Тут, типа, сыграть можно. А, ты можешь сыграть, смотри. Тут можно просрать деньги и сыграть. Где? Да вот тут. А я нашел лифт. Да он не работает. А, он открывать. Да ты чё, он открылся? Ну эта штука жрет мои деньги можно. И ничего мне не дает. Можно! Мне говорят, что тебе типа тебя не хватает. Пойдем на крышу сходим. А, на крышу? На да, крышу. Пойдем. Это что за баррикада тут? Странно. Это я оставил немножечко. Пойдем. Та фак. Лол. Че-то я этого не помню. Как видишь, можно. Окей. И зачем мы сюда пришли? Ну, интересно здесь посмотреть. Здесь, наверное, будут вертолеты. Okay, на самом деле, я привел тебя специально. Окей. О, все. Бежим, бежим, бежим. Возвращаемся. Смотри, смотри, какой я удар могу делать, оказывается. Смотри. Какой? Вау. Ты научился его делать? Ну, блин, сразу стал болтать, только мы от него шли. Тупая дура! Звонить мне сколько раз. Ничего, братва динозавров сейчас к ней придет и все сделать с ней, что нужно.